Приветствую вас, подписчики, добро пожаловать в Destiny 2. Это второе видео по поводу этой винтовки, теперь же по поводу катализатора и прокачки этого катализатора и немного про эксклюзивный корабль. Начнем с катализатора. Катализатор вам упадет после того, как вы прилетите на Ио, опять же, и пройдете еще раз шепот. Но на этот раз он будет героический. И рекомендуемая сила повысится на 15. Раньше она требовала 385, теперь же 400. Хотя, я там смотрел, меня убивали противники 390 уровня. Теперь перейдем к прокачке этого катализатора. Перед тем, как я перейду к зараженной сущности, этим мы и прокачиваем свою винтовку, я скажу так. Катализатор вам даст повышенный урон, прицеливание и лучшую стабильность. Обратите внимание. Так вот, где же достать эту зараженную сущность? Раз в неделю вы, проходя героический шепот, будете получать 12 сущностей. Каждая из этих сущностей прокачивает у вас на 2% катализатора. Обратите внимание, 36. Помимо этого, вы можете открыть 6 сундуков. 5 основных и 1 бонусный. Где же находятся эти сундуки? Давайте посмотрим. Первый у нас находится практически в самом начале. Второй же у нас находится под порталами. Пробегаем тот портал, в который нам надо нырять, только вниз. И увидите вот эту тропинку. Третий располагается на самом верху зеленой комнаты. Четвертый располагается, не добегая синей комнаты. Ну и пятый располагается почти перед самым концом. Обратите внимание, что до него придется вам хорошенько попрыгать. После того, как вы собрали последний 5-й сундук, вы обратите внимание, что вот горят такие звездочки около портала. Так вот, вам надо их активировать, чтобы получить 6-й бонусный сундук. Вы первым делом стреляете в 1-й, 3-й и 5-й. Вы активируете, после чего у вас загорается опять этих 7 звездочек. Вы стреляете в 4-й, 6-й, 7-й, 3-й и 1-й. После этого они опять гаснут, и 3-я стадия, вы стреляете 7, 3, 1, 6, 4, 2 и 5. Тем самым вы активируете 6 сундук, бонусный, в котором вы находите и полуэксклюзивный корабль. Ну и напоследок по поводу экзотического этого корабля. Обратите внимание, она у меня выполнена одна из трех. Так вот, на этой неделе у нас идет электрический ожог. Дополнительный бонус в этом героическом мероприятии. На следующей неделе солнечный, через неделю пустотный. Так вот, когда вы пройдете 3 раза героические налеты, соответственно, с этими модификаторами, вы получите этот корабль. В общем, хорошее у них получилось мероприятие, как раз под отвергнутых к сентябрю будет чем заняться. 3 недели мы будем себе качать абсолютно данную винтовку, плюс будем собирать себе корабль. Но награда того стоит. Гайд по этой винтовке будет отдельно. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пальцы вверх ускорят видео на моем канале. Выходы имеется в виду. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ.